наконец получить поддержку. Мы тут собрали кое-какую информацию о намерении к совету, но буду исключительно счастлив, когда это наблюдение мы перейдем к активным действиям. Эван кивая, слушает, как ты перечисляешь события, произошедшие в форте Легиона. Эта информация заставляет по-новому взглянуть на то, что мы уже знаем. Нам было известно, что они отсылают Инфернала в форту, ничего кроме этого узнать не удалось. Совет теней запечатал кузницу крепче, чем новый бочонок Громомарского. Так что первое, что тебе придется сделать, это расколоть пару черепов, прорываясь сюда, чтобы иметь возможность осмотреться. Уничтожь темные советы, хранящие в кузницу смерти. До скорой встречи! Ок. Блин, 4 хп. Зарды, короче, аналогично. Где мой вурдалак? Чертежи, коллекционирую чертежи. Так, давай. Где лучше атаку его? Это их такая кузница смерти, что ли? Вот тут еще снизу. Кавабанга! Ну, почти. Какие-то рабы. Я пока не могу использовать эту способность. Своих, видимо, нет. Мина-кузница смерти. Кек. Я почему-то сначала подумал, что это какой-то тортик-ловушка. Так, ну нельзя просто пройти мимо руды и не собрать ее. Что у нас имеется? Еще двоих надо. Стражей убить и одного призывателя. Алло, вы где? Алло, алло, друзья, вы где? Сюда мы не проходили даже. Так, ну что ж, спасибо, вы окажете мне очень неоценимую услугу. Но так нечестно. Сам разбирайся. Блин, семидесятник ходит.
Окей, ладно. О, здрасте. Слишком далеко. Твякнуть не дали. Эу. Это... Ой, они все снизу тут ходят. Правда, конечно, единственный путь. А подняться обратно долгий путь. Знаешь, чувак, я думал уйти без лишней крови, но тут ты приперся какого-то черта. И сам же поплатился своей жизнью. Рад тебя видеть! Хотел бы я пойти туда с тобой. У меня просто руки через обусить ход свой молот, но моей задачей здесь является только наблюдение, а не битва. Теперь, когда ты проделал брешь в их обороне, достал время раз и навсегда прекратить производство кузницы смерти. На самом деле, командир Свина Дуаин послал сюда троих, чтобы следить за кузницей бессмертия и забирать информацию. Флотец быстрокрыл, вызвался пробраться внутрь Тори. С тех пор мы о нем ничего не слышали. Боюсь, что на то, что он жив, рассчитывать уже не приходится, пока СДК. Флотец опытный разведчик, то есть ему вдруг требуется помощь, мы никак не можем узнать об этом. Разыщи его в кузнице смерти и принеси любые артефакты, информацию, которую он успел собрать. Ну, по логике он сдох. Чтобы производить инфердалов так быстро, как выходит в кузницах смерти, мы не должны обзавестись специальным помещением для призыва стихий, которые составляют суть голема. Чертог призыва, скорее всего, находится под землей возле пруда со скверненной водой или лавой. Найди чертог призыва в кузнице смерти и отыщи способ прервать происходящий там ритуал. Муаргов, участвующих в производстве инферналов, могут найти себе инструмент, способный разрушить магию призыва. Удачи! Удачи! Мы пошли побывать внутри кузницы смерти, тоже неплохо. Не достаю, слишком далеко. Ну блин. Так, а это что за вход? Я что, с другого входа случайно вошел? Походу. Ребят, мы слегка адресом ошиблись. Да блин, я это не хотел активировать. Так, вот сюда нам. Ты куда ты идешь, балбес? Ты не пройдешь. Перестала отображаться информация. Вот это и бесит самый подходящий момент. Стихийный подчинитель. А что дальше? Нужно подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Нужно подождать. Теперь вы знаете, как... Блин, они сейчас будут бесконечно спауниться, алё. Я пока не могу использовать эту способность. Так. Пускай они дремлят, все. А я попытаюсь найти... А,
вот Фланис. Стоит такой, смотрит на Турбокупс, по башке ударили и умер. Дворк, похоже, был застигнут и убит во время выполнения шпионского задания. Служители кузницы оставили труп на виду, возможно, в дозидании к другим потенциальным незваным гостям. Так, сумка у меня. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Так, а тут у нас что? Какое-то болото. Оно мне не нравится. Но похоже, нам самое место в этом... О-о-о! Болоте! Это же не из-за болота я так чуть не сдох. Так, мне надо пощеляться. Не сейчас. Где мой стихийный подчинитель? Пыдыщ. У меня нет цели. Ну да, это я просто от падения слегка поцарапался. Иначе б я уже умер просто. Так, ну допустим, я прервал ритуал, а как выбраться-то отсюда? Алло, друзья, друзья, help! Это портал? Нет, это не похоже на портал. Эй, алло. Я че тут застрял? Это печально. Я застрял вот здесь. Так, я, может, и смогу выбраться. А вопрос в том, как? Да, господи, тут не, даже не взлететь, алло. Алло, Близзо, вы думали о том, как отсюда выбираться мне? Или я вообще не должен был отсюда спускаться? Так, ну вот я бы не хотел, например, взять камень. Но похоже, что другого выхода у нас не остается. Тьфу ты! Это еще как остается. Идеальный выход. Фиолетовая жила. Прикольно выглядит. Где мой брутовак? Вечно пропадает.
Чем могу помочь? Ну как, удалось тебе найти Флориса в кузнице смерти? Эван качает головой, принимая у тебя сумку разведчика. Сдается мне, Флорис так до конца не осознал, как хорошо охраняется кузница смерти. Теперь мы хотя бы знаем, что творится там внутри. Я не виню его, мне просто хотелось, чтобы Флорис подумал об этом, прежде чем отправляться туда. Надеюсь, в этой сумке найдется что-нибудь, что поможет нам навсегда уничтожить эту проклятую кузницу. Как жизнь? Мы не можем позволить им продолжать производство. Ты положил конец пролетого призыва? Отлично, ПГСДК. Скажем нашим шагом уничтожение кузницы смерти все ближе и ближе. Удачи! Мы успешно помешали операциям Совета Теней Кузницы Смерти, но настоящим триумфом станет победа над инспектором Легиона. Нашел ключ среди всякого хлама в сумке Флориса. Я уверен, что он поможет нам отыскать разлудного завоевателя, которого ты видел в форте Легиона. После того, как ты высадишь и убьешь разумного завоевателя, немедленно сообщи об этом командиру звена Нуаину. До скорой встречи! Ну чё, пошли... Так, это в кузнице? Кузница или нет? Есть только один способ об этом узнать. Блин, эти идут им досрать вообще. Офигительная логика просто. Только сейчас догадались прийти. О, Эбуап, здрасте. И все, даже статы не подняли. Да, это похоже не здесь. Подождите, открытие тяжелой железной опускной решетки в кузнице смерти. Какое длинное зловещее описание. Сейчас проверим. По-моему, да, это внизу. Вопрос в том, как туда пройти бы. Все-таки харканули в меня этой кислотой блевотной. Да слушай, отстань от меня. Я тебе ничего не сделал. Это капец как глубоко, значит, придется идти, чтобы... Так, блин, это мой. Нужно подойти поближе. И сейчас. Деньги, деньги, дриби, деньги. Ха. Так, судя по всему, от этой решетки. Но эта решетка не хочет выделяться. What the fuck? Я пока не могу использовать эту способность.
Вроде бы это железная опускная решетка. Нужно подойти поближе. Рычаг с той стороны. И как мне заставить вас его открыть? Чего все как банные листы прикапываетесь ко мне? Давайте почитаем все-таки, что тут. Ничего интересного. Так, ну тут мы уже как бы были. И там тоже ничего интересного. Так, может нам... поможет игрок другой. Так, здравствуй, друже. Куда идти, подскажешь. Просто тут всех решил перебить, что ли? Блин, у них такой ржачный звук смерти. Если... не достаю, слишком далеко. Блин. Если этот ключ не от этой решетки, то от какой еще нафиг он может быть? А, так, кстати, к слову, я совсем забыл, что у нас существует такая вещь, как карта. Давайте хоть по карте посмотрим, что ли. Не прикинем, куда можно пойти. Здесь опять куча этих столопов. Нет, тут однозначно нет. Да блин! Тупые квесты! Что сегодня со мной? Почему я ни один квест не могу нормально выполнить? Лучше на вовхеде глянуть. Я пока не могу использовать эту способность. Я реально выхода больше как бы не вижу. Круги мотать туда-сюда. Пойду на вовхеде гляну. В общем, ребят, нам надо просто вернуться туда, где мы добыли этот ключ, точнее сумку. И всего-то. Не на ту решетку нацелился я, походу. Спите, инферналы, спите, спите.
сказали, что здесь где-то решетка, но я ее не вижу. Похоже, что это квест багнут. Я только что посмотрел видос, и это именно та решетка, которую нам надо, но она активируется щелчком ПКМ, а здесь она не выделяется вообще. Что за бред? Близзе, фикзис. Может, если я перезайду, что-то изменится. Но сильно в этом сомневаюсь. Ну, смотрите, эта решетка не работает. Вот теперь появилась. Только вот пока я логинился, заходил и прорисовывался, мне удалось пройти сквозь эту решетку. Кек! Кек! Баги! Близзе, вы чё? Фиксите это немедленно. Такой нереальный баг сейчас, а? Просто сквозь решетку прошел. Я пока не могу использовать эту способность. Окей, пойдемте найдем этого петуха. Наконец-таки. Не достаю, слишком далеко. И сейчас. Стывающий инферналь. Нужно подождать. С них даже ничего не падает. Настолько остыли, пацаны. А вот и он. Я пока не могу использовать эту способность. Это заклинание еще не готово. Чем получили приказ Разуна? Где они? Похоже, это уже и не важно. Пипец просто. Ну и баги сегодня лютые. Вот мне кажется, лучше побыстрее в Нордскол идти уже. Я не знаю, я хочу какую-нибудь линейку квестов закончить и спокойно бы перейти в Нордскол. Так, и чуть обратно не зашел. И опять моего вурдалака слили. Говнюки. Рад тебя видеть. Так, это надо ему докладывать. Если это все, хотя нет, это не все походу. Блин, наверное, мне стоит продать пару шмоток, а то у меня инвентарь забитый до отказа. А этот без прочности бесконечный, хотя по логике это понятно. Ну какие новости из кузницы смерти? Да вы докладываете командиру звена и отдаете ему добытые приказы. Смерть Разуна должна быть два означает, что все наши проблемы с легионом окончены, но эти приказы свидетельствуют о том, что возникли новые трудности, которых я опасался. Боюсь, что нам предстоит еще много дел. Согласно приказам Разуна, область массового расположения Твердалов называет точкой вторжения катаклизм. И он находится в горах на севере.
Единственный способ добраться до них — использовать телепорт в форте Легиона. У некоторых членов Легиона есть устройство, позволяющее им активизировать телепорты. Ты должен захватить одно из этих устройств, чтобы получить доступ к телепорту. Вырежь всех демонов, если придется, не вздумай возвращаться с пустыми руками. Пустыми руками, блин. А если там ничего не будет, а? Окей, ладно. Я точно помню, что здесь у кого-то можно было починить. Бедный инструктор. Как поживаешь? Полеты в непогоду. Однозначно. Ну, пока. Так, ну... Неужели никто тут... Я помню, что кто-то должен был чинить мое шматье. Во! Наконец-то. Как настроение? Ужасное. Не представляешь, насколько. Две сделки. Пока оставлю. Добавили как игрушку это. Хотя это, конечно, для трансмога все. Так, ну, поосвобождал я шмат себе эти... Место себе. Да насрать на эти квесты. У нас сейчас только одна линейка, по сути. И, в принципе, она меня устраивает. А потом можно будет отправляться в Нордскольчик. Ух ты, фиолетово. Как круто это выглядит. Чей это ван после Дари? Блин, здорово, конечно, сочетается. Тут нам обратно вернули мрачное, зелененькое легионское небо. И мыло без анимации. Окей, ща найду, у кого добыть этот пультик. Опять Марк. Марк. Так, первого нет. Не достаю. Далеко. И сейчас. Изи. Чего нет более быстрого способа перемещения туда-обратно? Уже должны изобрести. Я уже в какой раз в это место прибываю? Кто такой? Слушай! И буду я выполнять твой телек. Стайся. Мы должны найти способ уничтожить всех остальных инферналов по ГСДК. Мы далеко продвинулись, но все же неудача дорого нам обойдется. Дай-ка поглядеть, смогу ли я разобраться, как это работает.
Теперь, когда у нас есть доступ к базе легионов в точке вторжения катаклизм, нужно придумать способ положить конец их действиям. Цитадель громового молота не может спать спокойно, пока даже следы присутствия легиона в этой местности не стерты с лица земли. Я послал туда передовой отряд, чтобы помочь тебе уничтожить их припасы. Возвращайся в форт легиона и воспользуйся телепортом, отмеченным зелеными кристаллами. Плексия встретит тебя на месте. Удачи! А, не понял, куда... Сюда, ну да, логично, что уж сюда. Блин, опять форт! Опять! Сколько можно? Честно, кажется, что надо было туда лететь прямо. Это будет еще более сильный вынос мозга. Так. Кто из них телепортом является? Так, это форт легиона. И телепорт отмечен зелеными кристаллами. Что-то я ничего такого как бы не вижу. Вау. Прикольно. Ясно, это не телепорт, извините, пожалуйста. Может, это телепорт? Слава тебе, господи, Warcraft. Легче было сюда самому напрямую прилететь, серьезно. Привет! Рад встрече по ГСДК. Я Плексия, мы о формальности тоже да потом. Мы оба знаем, зачем вы здесь, так что давай просто приступим к работе. Лучший способ уничтожить остатки припасов легиона — это обратить против них их же собственное орудие. Я работал над оборудованием, которое позволит нам взять под контроль одного из сквернаботов часовых. Но для этого мне потребуется еще несколько вещей. Например, мне необходимо руководство, которое доктор Потрошило держит в сундуке у подножия площадки. Скорее всего, не захочет отдавать тебе ключ без боя, поэтому придется добыть его силой. Принеси мне руководство по эксплуатации сквернобота, я сделаю все остальное. Окей. Искусство ухода за сквернаботом. Отдай мне ключ, доктор Потрошило! Изи. Прости, доктор, но мне вот эта бумажка важнее. Окей, нам дадут погонять за одного из этих чудесных сквернаботов. Хотя не и малыши все. Дабы руководство. Да, это именно то, что надо. Я никогда не думал, что в Легионе способны на литературное творчество, но так или иначе считать дело сделано. Лекси листает справочник. Ну что ж, тут есть все, что нам надо, но возникает небольшая проблема. Сквернаботы не предназначены для удаленного контроля. Мы можем перенастроить одного для тебя, но надолго его не хватит. Работать придется быстро, или тебе лучше не знать, что случится. Я не особо удивлюсь, если твой трюк со сквернаботом привлечет внимание Легиона.
Держи ушки на макушке и постарайся уничтожить как можно больше прислужников. Ну пока. И как мне это сделать? Используй панель управления скверноботом, чтобы захватить контроль над скверноботом часовым. А, вот где. Тыщ. Во всем конец! Поним, что просто пройтись надо, я не понимаю, почему у них всех такая анимация. Надо подождать. Я просто не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Окей, постараюсь как-нибудь. Как камни разваливаются, что ли? Эй, охренел что ли? Я пока не могу использовать эту способность. Офигеть. Взяли, убили на ровном месте. Что с лестницами? Так, и как раздербанить эту кучу големов? Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Не достаю слишком далеко. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Давай же. Офигеть, какие лаги, конечно. Интересно, как-то на исторических компах это лагало. Нет, вы уничтожите моего сквердоботика. Просто выкинуло меня, офигеть. Машина для убийства. Рад познакомиться. Блестяще. Тебе удалось то, что они смогли сделать все всадники на грифонах цитадель громового молота. Ты остановил продвижение легиона и спас нас от массовой атаки их инфернал. За это мы будем вечно благодарны тебе, ПГСДК. Вы должны немедленно известить о нашем успехе Курдрана громового молота. Его солдаты под командой командира звена Нуаина сражались без устали, чтобы удержать цитадель громового молота. И ваше возвращение, конечно, их обрадует. Теперь, когда угрозы от легиона больше не существует,
Курдрана может наконец начать разбираться с войсками Иллидана. Здесь у нас не то чтобы совсем безопасно, сегодня мы выиграли переломное сражение. До скорого! Слушай, а телепорта случайно отсюда нет? Как я понимаю, нет. А, есть, есть. Этот квест, честно говоря, мне по душе больше и важнее, поэтому я его пойду и сдам. Они до сих пор дерутся против инферналов. Отличная логика. Блин, кому подходить? Где-то наверху. Но... Так, может в пушку залезть? Но он где-то тут. Значит, ищем способ подняться. Или опуститься. Вот ты где. Пивка не хочешь? Курдран слушает ваш рапорт. Это очень хорошая новость. Несколько дней назад я и мечтать не мог, что мы сможем снять осаду Легиона с крепости. Пусть не только вы остановили их наступление, но вы разрушили их военные машины. Клад Громового Болота благодарим от вас за вашу храбрость, ПГСДК. Окей, спасибо большое вам. Я понятия не имею, чем бы заменить. Береги себя. Перстень Перчатка Валанара против вот этого. Ну да. Почему бы нет? Так, вот и завершена. Цепочка квестов в долине призрачной луны. И, похоже, самое время отправляться в Нордском, мне кажется. Так, только предварительно надо, наверное, отправиться в Шатрат или куда ведет этот камень. Короче, отправляемся туда, куда идет этот камень, и я отменяю все эти задания. Нафиг они. А следующая серия, наверное, будет посвящена Нордскоу. Ох, сколько лет, сколько сил. Так, да, это Шатрат. Я расправиться. Так, покажите мне модельки, я хоть сдам парочку штучек. Штучки, кучки. Кек. Прикольно же. Это весьма оригинально.
все в одном месте аккуратно сложено. Ануби Лоре Делана, время бесценно. Изложи свое дело. Не теряй самообладание. Выбирай быстрее. Так, кому сдать можно-то, алё? Нафиг где продавится алкогольных напитков, а? Кому знаки можно показать? Вот кому. Слава Синдарай. Как идут поиски чародейских фолиантов по ГСДК? Этот фолиант наделен потрясающей силой, однако тот, чей разум ясен, сумеет без труда заключить ее в одну руну. Прощай, Ануби Лоре Делана. Час воздаяния близок. Помни о солнечном. А у дуров ухудшается сильнее, чем улучшается. Вот кек. А кому показать? А, аутором. Понятно. А этих не интересует, да, что я легион там убил? Окей. Так, а что где тут еще надо было? Баладар Шималанори. Не сворачивай со своего пути. Салама Ашаланори. Прощай. Ну, как бы получается, тут больше мне делать нечего. Да, мне тут делать нечего. А что, друзья? Завершая очередную серию по приключениям Вовки на этом месте. В следующей серии мы уже будем отправляться в Нордскоу. Я уже заранее вернусь в Штормград, на кораблике поплывем прям туда, куда нам надо. А с вами был Павел Первый Смертный. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик в избранное, делитесь им. Оставляйте комментарии. Всем пока.